Все системы включу. Хорошо, начинаем. Начинаем. Так, доброе утро. Садимся. Ага, вижу ручки, поднимаем. Ну, вчера небольшая была заминка. Я думаю, всегда есть там запись какая-то, по которой можно позаниматься, или самостоятельно, в общем-то, хороший способ прийти к некой самостоятельности и в потоке позаниматься вот так, как есть, вот как вот идет. Уже, я думаю, достаточно у многих опыта, чтобы почувствовать, что в каждый момент времени хотелось бы сделать с точки зрения энергии, то есть почувствовать вот эту тонкую. Мы все-таки работаем в йоге, в цигунических, ну, цигун, понятно, цигун, управление ци, прана, яма, управление некой праной, да. Мы всегда работаем с тонкими составляющими, и так как асаны всегда связаны с пранаямой, с дыханием, ну, вот то, что я рассказывал, яма, не яма, асана, пранаяма, это такие все, даже если мы работаем с тонкими составляющими, это все равно внешняя такая как бы йога. Некоторые, вот мой один учитель говорил, ну, йога с маленькой буквы. Йога с большой буквы начинается с пратьяхары и дхарани, дхьяны и самадхи. И вот эти четыре, я их пока вот все откладываю. Четыре аспекта, четыре ступени классической аштанга-йоги, они тоже присутствуют на всех занятиях, но на моих. Каким образом мы, например, пратьяхара, отвлечение от чувств, от внешних объектов. Что такое? Ну, такая... мы перестаем как бы воспринимать визуально, ну, взаимодействовать слух, обоняние, то есть все наши органы восприятия, вкусовые, тело, мы как бы отключаемся от этого. Трудно это понять вообще не нужно, это нужно чувствовать, да? А сначала, вот для того, чтобы понять, что отключить от чего, сначала мы это включаем. Вот на каждом занятии начнем сегодня, вот включим визуальный канал. Вот мы его специально, давайте, внимание в глаза, вот прямо поместите свое внимание в глаза, в глазные яблоки, в мышцы вокруг глаз, вот в эти хрусталики, и в то, как оно происходит. И мы не специально, не даем туда усилия смотреть, а мы наблюдаем, что глаза смотрят. Вот давайте понаблюдаем, что вот глаза смотрят. И что-то в связи с этим происходит. Прямо мы короткие будем делать удержание вот на зрительном канале, потом уши. Можно не закрывая глаз, слышат, мы усилий не предпринимаем для этого. Просто есть звуки. Вдыхаем воздух, чувствуем аромат. Есть, тело чувствует это, мозг фиксирует какие-то запахи,
Просто они есть. Без усилий. Идем в рот, в язык, чувствуем, что там у нас на послевкусии каком-то. Ну, всегда можно почувствовать, вот что во рту. Так, сглотнуть немножечко. Вкус есть. Всегда какой-то во рту вкус есть. Хорошо. И у нас огромный источник наслаждений, огромный источник различных ощущений – это тело. Тело. И пройдитесь вниманием по разным участкам. Где-то может быть одновременно приятно, где-то неприятно, где-то тепло, где-то холодно, где-то мы чувствуем одежду, где-то воздух, где-то вес тела, где-то легкость. Может быть, там в животе что-то забулькало. И мы это просто есть. Особенно вот когда боль появляется, вот, например, от сидения такого, где-то, ну, не, вот хочется дерзать, шевелиться, мы это прекращаем и наблюдаем. Это есть. Ничего с этим делать не нужно, ну, в данный момент. И вот пратьяхара – это та ступень, когда мы замечаем действия визуальных, ну, объектов, визуально, слуховых, вкус, обоняние и так далее, ощущение, вот эта соматика тела, и можем отключиться от этого, как бы завернуться внутрь. То есть по нашей воле мы отключились, включились, отключились, включились. Это переходной, я не знаю, как его еще, его надо практиковать, пратьяхара, вот этот вариант. Мы его постоянно делаем, там включаем, отключаем, то есть включили визуальный канал, отключились, включились на слух, отключились. Мы это, в принципе, тренируем. И сенсорная депривация, да, есть, по-моему, в нейрофизиологии, ну, в научный такой термин, сенсорная депривация, когда вот, хоп, нету ощущений, что вот есть ощущения. Это переходная такая ступень, которая готовит от йоги, которая вот эта асана пранаяма, следующий это тхьяна самадхи, это уже раджа, собственно, это все раджа йога, просто постепенный переход, постепенное движение в сторону, которую я потом еще проговорю. Да, давайте достаточно на сегодня. Внимание в глаза. И начинаем двигать вправо-влево. Давайте мы их разомнем. Глазки. Начнем с мозга. Глаза вправо-влево. Почувствуйте, что при этом происходит где-то в голове. Может быть, можно почувствовать, что где-то вот сзади происходит такое, как прогрев в голове. Право-влево, право-влево. Вверх-вниз. Вверх-вниз. По диагонали. Двигаем глазами. Дыхание произвольное. По диагонали в другую сторону.
Круговые движения по кругу. В другую сторону. Хорошо, моргаем. Зажмурились. Отпустили, зажмурились. Отпустили, зажмурились. Отпустили. Хорошо, почувствуйте область глаз. Возможно, в голове ощущения, в теле. Вообще, это упражнение с глазами, оно очень двигает ум, двигает энергию и меня периодически выносит в тонкие ощущения, вот меня лично, в ощущения ментального, ну вот это такое, в плотность вот эту, которая окружает все тела, там наше тело. Хорошо, теперь быстренько статику делаем. Глаза максимально влево. Раз, два, три, четыре, пять. Изучаем, как это происходит все. Максимально вправо. Раз, два, три, четыре, пять. Мы исследуем. Вверх. Раз, два. Натянули глаза вверх. Четыре. Пять. Вниз натянули. Раз, два, три, четыре, пять. Лево вверх. Два, три, четыре, пять. Право вниз. Раз, два, три, четыре, пять. Право вверх. Два, три, четыре, пять. Лево вниз. Два, три, четыре, пять. Хорошо. Взгляд перед собой, поморгали. Разогреваем ладошки. Зажмуриваем глаза. Отпускаем. Зажмуриваем. Отпускаем. Зажмуриваем. Отпускаем. Угу. Теплыми ладошками накрываем глаза. Делаем глубокий вдох. Длинный выдох. Вдох. Выдох. И длинный вдох. Выдох. Отпускаем. Стучим запястьями. Друг от друга. С другой стороны. Кулачками. Угу. Вытянули кисти. Почувствовали. Вот ощущения сейчас появились, да? Вверх-вниз. 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 Дальше разогреваем мозг через самую чувствительную зону. По кругу, в одну сторону, в другую сторону. Так, кто-то, Оля проснулась. Хорошо. Вытянули. Сделали когти. Когти тигра. Вверх-вниз, вверх-вниз. По кругу. Вот, мышцы сейчас будут уставать. Лучезапястные по кругу. Угу. Стряхнули все. Стряхнули. Стряхнули. Вверх-вниз. Стряхнули рубящим движением. И вот так стряхнули. Плечи не поднимаем. Вот так плечи не поднимаем. Локти в стороны. Они в локтях прокручиваются и в плечах прокручиваются.
Вот это хорошее упражнение такое. Теперь в одну сторону, в другую сторону. Ага, тряхнули. Ну, давайте позу кошки. Без осевой нагрузки сейчас позвоночник разогреем. И с позы вот этой. Прогиб, вдох. Выдох, антипрогиб. Два вдох. Разогреваем весь позвоночник. Выдох вместе с шейным отделом. Три вдох. Выдох. Четыре вдох. Выдох. Пять вдох. Выдох. Шесть вдох. Выдох. Вправо-влево. Давайте так коленочки приподнимем и на свои пяточки. С одной стороны вдох. Выдох. С другой стороны вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Вдох. Натягиваем боковые линии. Три вдох. Прогиб не уходим. Спина прямая. Выдох. Вдох. Выдох. Четыре вдох. Вдох. Выдох. Пять вдох. Шею разогреваем. Вдох. Выдох. Шесть вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Поставили ноги ширина таза. Теперь круговые движения. В одну сторону. Раз. Вдох, выдох. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. В другую сторону. Амплитуду увеличиваем. Раз. Два. Круглая спина. Вниз прогиб. Четыре. Пять. Шесть. Хорошо. Сели на пяточки. Сделали выдох. Вперед пошли. Вдох. Таз вниз. Таз вверх. Таз назад. Выдох. Вдох. Выдох. Три. Вдох. Выдох. Четыре вдох. Разогреваем подвздошно-поясничную мышцу. Выдох. Позвоночник. Вдох. Тазобедренные. Выдох. Вдох. Выдох. Руки чуть пошире. И теперь ныряем вперед головой, в прогибе, вдох. Круглая спина, выдох. Два, вдох, в прогибе. Выдох. Круговые движения вперед, вдох. Выдох. Четыре, вдох. Выдох. Пробуем коснуться грудиной, пять, вдох. Локти вперед тянем. Выдох. Шесть. Вдох. Выдох. Круглая спина. Вперед. Меняем направление. Вдох. В прогибе назад. Выдох. Два. Вдох. Выдох. Три. Вдох. Выдох. Четыре. Вдох. Выдох. Пять вдох. Выдох. Шесть вдох. Выдох. Поза ребенка. Расслабились. Хорошо.
Приподнимаемся на садимся на пяточки. Почувствуйте, что поменялось, как ощущение позвоночника поменялось. И несколько растягивающих движений на голеностопы. Приподнимаем колени. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Три. Вдох. Выдох. Четыре. Вдох. Выдох. Пять. Вдох. Выдох. Кошки. Так. Тазобедренные суставчики. Ножку назад, в сторону, круговое движение. Раз. Два. Три. Четыре. Вдох. Пять. Вдох. Шесть. В другую сторону. Раз. Два. Вытягиваем назад и вверх. Три. Вперед. В сторону. Назад и вверх. Четыре. Пять. Шесть. Хорошо. Вторая нога. Раз. Два. Три, четыре, пять, шесть. В другую сторону. Подтянули к животу. В сторону, назад, вверх. Два, три, четыре. Пять. Шесть. Хорошо. Встали, почувствовали правую и левую ножку. Теперь плечики. Правой рукой. Давайте левой рукой назад, вверх провернули. И у нас тут ротация. Ротация в позвоночнике. И опустили вниз. Прогиб. Раз. Два. Три. Четыре. Смотрим на пальчики. Пять. Шесть. Другая сторона. Вдох. Выдох. Два. Вдох. Провернули. Выдох. Три. Вдох. Выдох. Четыре. Вдох. Выдох. Прогиб. Пять. Вдох. Выдох. Шесть. Вдох. Выдох. Вторую ручку вытянули. В прогибе висим. Хорошо, поднимаемся. Перекрещиваем ножки. Встаем. Ставим стопы параллельно. Ладошки сзади. Смотрим вперед. Поднимаем таз вверх. Вдох. Прогнулись. Выдох, опустились. Таз вниз. Вверх, вдох. Выдох.
Веру, вдох. Теперь выпрямляем ноги. Выдох. Веру, вдох. Выдох. Веру, вдох. Выдох. Веру, вдох. Выдох. Остались тут. Дышим, вдох. Выдох. Приподняли таз, вдох. Выдох. Приподняли вверх таз, вдох. Развернули правую ладошку назад, левую ручку вперед. Ага. И назад. Сделали вдох. Сели. Выдох. Таз вверх, руку назад, вдох. Выдох. И три, вдох. Ладошку левую пальцами вперед, пальцами назад. Правый таз вверх. Вдох. Таз вниз. Выдох. Таз вверх. Вдох. Вниз. Выдох. Вверх. Вдох. Вниз. Выдох. Ладошки сзади. Пальцами вперед, таз вверх, поза стола, вдох, выдох, таз к пяткам, вдох, выдох, расслабляем плечики, вдох, выдох, вдох, еще плечики расслабляем. Выдох. Колени к голове. Вдох. Выдох. Хорошо. Садимся на копчик. Вдох. Захватили ножки. Выдох. Вводим равновесие. Вдох. Выпрямляем спинку. Выдох. Под ногами захватываем. Вдох. Выдох. Одну ножку вытянули, вдох. Выдох. Вторую ножку вытянули, вдох. Выдох. Обе ножки вытянули, вдох. Выдох, опустили. Руки убрали. Ножки вытянули, вдох. Выдох. Два, вдох. Выдох. Три, вдох. Выдох. Поясница на полу, вдох. Ножки висят. Выдох. Два, вдох. Выдох. Три, вдох. Выдох. Вверху, вдох. Внизу, выдох. Вверху, вдох. Склепка. Внизу, выдох. Вдох. Выдох. Четыре, вдох, выдох, пять, вдох, выдох, шесть, вдох, выдох. Положили ножки, потянулись руками вверх, вдох, потянулись вверх, выдох, голова, руки, вдох, выдох, вдох. Легли руки назад, вытянули. Расслабились. Стопы возле таза. Таз вверх. Таз вверх, вдох. Таз вниз. Потянулись вперед, выдох. Таз вверх, вдох. Вниз. Выдох. Таз вверх, вдох. Вниз. Выдох. Вверх, вдох. Прокатываем позвоночник. Вниз, выдох. И еще вверх, вдох. Остались тут. Замок под тазом.
лопатками подошли друг к другу, расцепили замок, кулаки в пол, пятки в пол, железный мост, носочки на себя, таз наверху, спина, ноги дугой, вдох, выдох, вдох, выдох, еще выше подняли грудину, вдох, живот поднимаем, выдох, таз, вдох, выдох, носочки на себя, вдох, поставили стопы под таз, выдох, таз вверх, руки за головой и опустили, выдох. Хорошо. Ноги вверх. Носочки на себя. Вдохнули. От себя выдохнули. На себя вдохнули. От себя выдохнули. На себя вдохнули. Ножки в стороны. Держим. Вдох. Выдох. Расслабляем. Ноги прямые. Пробуем. Вдох. Выдох. Толкаем под коленные впадины. Вдох. Выдох. Ножки вверх. Захватили большие пальцы. Натянули ножки. Вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Ноги в стороны. Посмотрели вперед. Вдох. Выдох. Еще смотрим вперед. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Отпустили. Ноги согнули. Вытягиваем ножки. И поднимаем их вверх. Вдох. Вниз. Выдох. Вверх. Вдох. Вниз. Выдох. Халасана. Вдох. Шавасана. Выдох. Вдох. Выдох. И еще вдох. Выдох. И в халасане остаемся. Вдох. Дышим. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Четыре вдох. Выдох. Пять вдох. Выдох. Шесть вдох. Выдох. Беремся под ножки. Садимся. Садимся со скрещенными ногами. И минутку осознаем позу. Можно прикрыть глаза. Как себя сейчас я чувствую, какие изменения, насколько удобно сидеть вот с таким разогретым позвоночником. Угу. Хорошо, скрещиваем дальше ножки, выходим, собака головой вниз, вытягиваемся, дышим, дышим животом, втягиваем живот после выдоха, вдох, выдох, втянули, два вдох. Выдох. Втянули. Три вдох. Выдох. Втянули. Четыре вдох. Выдох. Втянули. Пять вдох. Выдох. Втянули.
6 вдох, выдох, втянули. Переходим в планку, делаем вдох, выдох, 2 вдох, 5 планок, по 6 дыханий, выдох, 3 вдох, выдох, 4 вдох, выдох, 5 вдох, выдох, 6 вдох, выдох, левая рука вверху, вдох, выдох, ножку поднимаем, 2 вдох, выдох, 3 вдох, выдох, 4 вдох, вытянулись, выдох, 5 вдох, еще ножку выше, 6 вдох, сгибаем ногу, ставим сзади, ставим ручки сзади, пальцами вперед, планка обратная, вдох, выдох, 2 вдох, выдох, 3 вдох, выдох, 4 вдох, выдох, 5 вдох, выдох, 6 вдох, выдох, сгибаем левую ногу, проворачиваем ладошку правую вперед и переходим в планку и на левую руку. Правая рука, вдох, таз выше, выдох, ножку поднимаем, 2 вдох, выдох, 3 вдох, выдох, 4 вдох, выдох, 5 вдох, выдох, 6 вдох, хорошо, опустились, выдох, согнули локти, вдох, выдох, 2 вдох, выдох, 3 вдох, выдох, 4 вдох, выдох, 5 вдох, выдох, 6 вдох, легли, легли, отдохнули, голову в сторону. Хорошо. Ладошки под плечи. Ребрышки вытянули. Блок для, на животе. Включаем спинку по 3 дыхания. Ребрышки поставили. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Плечи вниз. Вдох. Выдох. Руки в стороны. Развернули ладошки. Вдох. Завернули, выдох, 2 вдох, выдох, 3 вдох, выдох. Теперь в разные стороны, вдох, одна лопатка вверх, другая вниз, выдох, 2 вдох, выдох, 3 вдох, выдох, 4 вдох, выдох, 5 вдох. Выдох, 6 вдох, выдох, и руки вперед, вдох, соединили, выдох, тыльными частями сзади соединили, вперед, вдох, выдох, лопатками двигаем, вдох, выдох, ножки захватили, и подняли колени. Голова внизу, вверху вдох, прогнулись, выдох, 2 вдох, выдох, 3 вдох, выдох, 4 вдох,
Выдох. Хорошо. Отталкиваемся руками. Собака головой вниз. Левой ногой вверх. Вдох. Вперед шаг. Выдох. В широком шагу. Колено вниз. Делаем вдох. Выдох. Теперь на вдохе в колено выпрямляем. Вдох. Опускаем. Выдох. Выпрямляем. Вдох. Опускаем. Выдох. Выпрямляем. Вдох. Опускаем. Выдох. Теперь вытягиваемся вверх. Вдох. Колено внизу остается. Опускаемся вниз. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Правая рука внизу. Левой захватили. Натянули ножку. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Отпустили. Вытянули переднюю ногу. Носочек на себя. Вдох. Выдох. Чуть приподнялись. Вдох. Опустились. Выдох. Поднялись. Вдох. Опустились. Выдох. Отшагнули назад. Собака головой вниз. Правая нога вверх. Вдох. Шаг вперед. Выдох. Колено вниз. Сделали выдох. Пальчики в пол. Вдох. Выпрямили. Выдох. Опустили. Выпрямили. Вдох. Выдох. Выпрямили. Вдох. Выдох. Теперь выпрямили спинку. Вдох. Опустились. Выдох. Два. Вдох. Выдох. Три. Вдох. Выдох. Хорошо. Левая внизу, правая сзади. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Дыхание уджайи все время. Вдох. Выдох. И вытянули переднюю ножку носочком на себя. Прогнулись. Вдох. Опустились вниз. Выдох. Прогнулись. Вдох. Опустились. Выдох. Прогнулись. Вдох. Опустились. Выдох. Хорошо. Отшагиваем назад. Делали вдох, выдох. Подшагиваем на ширину коврика. Садимся. Ладошки перед грудью. Вдох. Выдох. Втянули живот. Вдох. Выдох. Втянули живот. Вдох. Выдох. Втянули живот. Ладошки перед собой. Выпрямили ноги. Согнули. Вдох. Вверх. Выдох. Вниз. Вдох вверх. Выдох вниз. Вдох вверх. Ножки вместе. Вытянулись. Покачали справа влево. И с круглой спиной ножки пригибаем вверх. Вдох. Посмотрели на пальчики. Выдох. Вдох.
Дыхание уджай, выдох. И еще вдох. Выдох. Так, по-моему, у меня есть время на пранаяму, на комплекс пранавьяямы. Давайте. Позиция. Ноги, ширина таза, стопы параллельно. Копчиком повисли вниз. Спинку прямую. А макушкой вверх. Угу. Давайте сначала раскроем грудную клетку. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Сделаем 3 серии коротких пранаям. После задержки, задержка после капалабхати и пхастрики, задержка на вдохе. Держим. Потом задержка на после выдоха. После выдоха делаем манипуляции с животом. Удияна банха, агнисара дхаути, наули. Я уже не буду диктовать, просто меняем. Если наули нет, агнисара дхаути, удияна банха. Поехали. Первое. Капалабхати. Дыхание. Очистительное дыхание для структур головы. Дышим диафрагмой. Ее приподнимаем резко, животом толкаем резко. Хастрика с руками. Вдохнули. Перестали дышать, надули щеки. Плечевая помпа. Да, вдох. Выдох резкий. Вдох. Помпа. Не дышим. Да, вдох. Выдох. Ха. Втянули живот. Ножки вместе. Дыхание уджай. Отпустили живот. Вдох. На носочках потянулись. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Исходная позиция. Как бы чуть присели, вытянули позвоночник. Капалабхати чуть побыстрее.
Хастрика, плечи заворачиваем, разворачиваем. Выдохнули. Зажали ноздри. Сделали вдох. Опустили подбородок, надули щеки. Приседаем. Да, вдохнули. Выдох, живот. Ножки вместе. Руки в прогиб. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Исходное положение. Каплахати быстрее, можно так с руками. С воротами. Хастрика животом. Вдохнули. Надули щеки. Хлопаем лопатки. Да, вдох. Выдох. Ножки вместе. Выдох. Выдох. Вдох. Выдох. Замедляемся. Вдох. Выдох. Вдох. Замедляемся, выдох. Руки через стороны вверх, на носочках, вдох. Выдох. Ноги ширина таза, руки через стороны вверх, вдох. Зацепились за пространство над головой и его в виде сначала большого шара, потом меньше, 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 и опускаем
и вкладываем в тело через макушку. И еще большой шаг вдох над головой. Почувствовали энергию из космоса сверху, светлую, чистую. И вкладываем в голову по всему телу. И еще вдох. Вложили, выдох. Снизу, из земли, большую, как вот, вцепились в землю пальцами бесконечно туда, вдаль, вниз. И натянули, вдох. Размазали, как бутерброд по телу, выдох. До нижнего центра. Вдох. Выдох. И еще вдох. Натянули. Выдох. Плотность почувствовали. И ладошки соединили. У мальчиков правая сверху, у девочек левая сверху. Закрываем глаза. Почувствуйте ощущения в тазу. Угу. Давайте присядем. И у нас заключительная фаза – это наблюдение, что поменялось. Сели, молча сидим. Молча и не двигаясь. Можно лечь на спинку и распределить все, что у нас наработано. Вот. И также чувствуя, что происходит. С каждым выдохом растекаясь по коврику. С каждым выдохом растекаемся по коврику. Расслабляемся. Важно уйти в расслабление. Такое, как тело, чтобы стало мягким, пластилиновым, чтобы потекло все по телу равномерно. В ноги, в руки. Почувствуйте. Давайте сейчас вниманием насытим правую ножку. Давайте правая стопа, правое колено, правый тазобедренный, правая нога. Прямо ее включили, чтобы она загорелась. Левая стопа, левое колено, левый тазобедренный. Обе ножки, правая и левая. Потом обе ягодицы, тазовое дно, тазовую диафрагму почувствовали. Вот сейчас на промежности остановились. И мы делаем вдохи-выдохи. Почувствуйте связь вдоха с тазовой диафрагмой выдоха. То есть двигается, да, расслабляем там туда. Добавляем расслабление, и она начинает реагировать, двигаться. У нас все двигается с дыханием. Все. Меняется давление в голове, ну, в сосудах головы. Меняется давление в конечностях. С каждым вдохом-выдохом происходят некие реакции. С каждым вдохом мы получаем новую порцию праны, в том числе. Вместе с воздухом. Принимаем ее, вдох. С каждым выдохом отдаем лишнее. Мы выдыхаем не только носом, но и всем телом, всеми клеточками мы отдаем все, что отработано. Не только газовую смесь, но и всю энергию, всю тревогу, всю ненужность. Попробуйте повыдыхать тем, что не нужно. Дальше весь таз чувствуем, живот. Живот, поясница.
Вот отследите связь движения стенки живота, позвоночника, грудная клетка, грудной отдел, лопатки, плечи, локти, кисти, кончики пальцев. Кончики пальцев. Потом шея, затылок, лицо, вся голова. Насыщаем все вниманием. Глаза, язык, лицо, кончики пальцев на ногах, кончики пальцев на руках и живот. И еще несколько дыханий, тихо лежим. У кого есть возможность полежать, продолжаем лежать. Можно полежать прямо в удовольствии, чтобы еще больше растечься, но не уйти в просоночное состояние. Важно утром нам не уходить в просоночное состояние, чтобы вялость не испытывать. Ну, чтобы не захотелось спать, да? В ясность мы тотально расслабляем тело, но при этом ясно воспринимаем все. Себя, звуки, открываем глаза, представляем свой день, и вот эту ясность помещаем в свой день, и из состояния ясности, такой пробужденности, такая пробужденность, действуем, если нужно действовать, но действуем без действия, то есть без напряжения. Просто слушаем, просто говорим, просто решаем вопросы, просто работаем, просто отводим детей в школу и с легкостью, легкость и радость. Ладно. Благодарю за внимание, за занятия. Мы будем встречаться теперь уже на следующей неделе, кто онлайн занимается. Вот. Кто начинает, кто завершает занятие, поднимайте ручки, я буду видеть, что завершили. Всем благополучного, хорошего дня, приятного, легкого и радостного ощущения во всех делах. Спасибо, благодарю. Благодарю. Делитесь впечатлениями.